Доброго времени суток. К вашему вниманию планшет Lenovo. Данный планшет имеет разъем для сим-карты, но саму сим-карту не видит. На данный момент, как мы видим, подключен к Wi-Fi. Давайте сейчас посмотрим его характеристики. Стоит версия Android 5.1, то есть, если нужно вам скачать какие-то приложения на него, можете зайти к производителю того приложения, которое вам нужно, и посмотреть, какую версию Android поддерживает. Данного планшета версия Android 5.1. Как мы видим, Wi-Fi работает. В остальном целиком полностью работоспособен. YouTube здесь есть. Уже в принципе. Состояние хорошее. В принципе, дефектов по корпусу, да и в принципе не имеются. Вот, как мы видим, YouTube загрузился. Не сказать, что все слишком быстро летает, как бы цена соответствует качеству. В принципе, работает, YouTube смотреть можно.